что мне дает удлиненный отвал? Первое. Трактор более устойчиво стоит. Понимаете, да? Ну и самое, что зачем я его поворачивает башню, он мне не мешает. И брать я камни теперь могу, понимаете? Вот это вот, вот раз. И все. Раньше он у меня ближе был, на 20 сантиметров я удлинил вылет. Получалось, что мне не хватало. Никак не хватает, и все. А теперь получается, что у меня... Я могу упереться в ковш, камень, понимаете? И зацепить его и поднять. До этого я так не мог сделать, потому что у меня получалось, что, ну, не хватает мне хода, понимаете? Ну, то есть угол меняется уже и все. Уже, ну, никак он не может загребсти. Вот даже сейчас, видите, вот уже только-только на пределе. Но сейчас я еще могу взять. А с тем я уже не мог взять, когда он был... Видите, стрела-то длинная, уже все. То есть нету... Ты рукоять не достает до сюда. Если бы рукоять была бы на 20 сантиметров, на 30 длиннее, тогда все было бы это проще. А так как рукоять не такой длины, что прям писец, ты не можешь взять из-за этого, понимаете? Собственно, из-за этого он еще и, я и удлинил его. То есть у тебя, вот, ну не хватает, не хватало хода, а сейчас все четко хватает. Но в идеале бы еще сантиметров на 20 бы стрелу длиннее бы, и вообще все четко было бы. Ну я, может быть, когда-нибудь телескоп сделаю, и вот тогда, может быть, вообще будет все огонь. Так что отвал удлиненный, это вообще. И главное, что еще, ну, когда я раньше толкал отвалом, ты ж грунт все равно подталкиваешь чуть-чуть отвалом, как ни крути. Где-то себе по дорогу надо сделать. Именно не толкать грунт, а именно сделать себе дорогу. С коротким отвалом это не получалось сделать. Оно сюда валилось и забивало здесь все это, в гусенице прям летело. Ну, сыпалось, понимаете? Поэтому... Это очень было плохо с этим отвалом, с коротким. По ентому я сделал длинный отвал. Ну, удлинил отвал на 20 сантиметров. Длиннее нет смысла. 20 вот это самый оптимальный вариант для меня. Поначалу я думал, что сильно удлинил. Не, нифига, нормально, то, что надо. Но изначально у меня задача была, то, что он меня задевал за башню и не давал поворачиваться. Я то глушаком бился, то поддоном, ну, грубо говоря, тракторными приблудами. Поэтому я из-за этого его и начал с ним заморачиваться, из-за того, что у меня трактор не поворачивался по кругу. Так, сейчас едем вот тот камешек доставать. Вот тут вот палка эта, еще одна, и воротня уже наклонила, вообще жесть как. Ну, говорю, не самое сложное это камни, самое говняное это вот все вот это перечерпать. То есть придется сейчас все вот это маяться, черпать. А иначе никак. Проем низкий и писец. А сейчас нету у него ворот, нету времени этим заниматься, нету денег, я так понимаю. Не, плавно гидравлику ведешь, не резко, трактор не глохнет. Потихоньку, потихоньку надо вести.
все тогда отлично. Он именно душится, когда вы, когда я резко гидравлику делаю, резко, тогда он душится. А если вот, вот так вот тянуть, смотрите. Во, видите, смотрите. Он не глохнет. Он даже не грузится. Но проблема тут дело в том, что надо уметь работать, получается. Типа не надо его дергать, дрочить. Вот оператор кат, он же вот так вот потихоньку-потихоньку. Он копает 1600 оборотов, 1700. Это пиздец, там гидравлика просто молотит. Но он это оправдывает тем, что чтобы двигатель смазывался полностью. Типа турбина мазалась, мазались клапана. Ну, я имею в виду коромысло, распредвал. Типа туда масло не поднимается. Ну, какая-то правда в этом есть. Это однозначно, но... Но вот такой большой мне не взять камень. Тогда надо медленно-медленно руками шевелить. Потому что если ты быстро будешь шевелить руками, просто, блядь, при таком потоке масла, это там просто все летит. То есть надо медленно двигать. Вот он не глохнет, если я медленно двигаю. Если я сейчас вот так вот ему дам, все, он сейчас заткнется сразу же и все. А вот потихоньку ведешь, даже три операции он без проблем берет, потому что я его дозирую масло по чуть-чуть. Да, можно. Вы не видели сегодня здесь собак, троих рыжих, которые вот, две рыжие и белые, которые... Не-не-не. Они пропали, просто вчера были, сегодня пропали. Одна из них же избитая, мы ее лечим. Слушай, мы вчера их не было тоже, мы сегодня вчера... никого тоже не видел. Вчера еще вечером были. Одного мы возили в ветклинику, там эти двое лежали. А сегодня приехали, нет, утром, нет уже их куда-то. Не видели, не видели, да? Нет, нет. Люди с собаками занимаются, видите? Да, такая хуйня упадет. О, бах, вон, видите? Вот так вот вчера... Меня погнуло. Я вчера выпрямлял вот эту штуку. Из-за этого. Она вообще была вот так загнута. И бока у меня у отвала увеличены. Для чего? Щеки. Чтобы когда толкаешь грунт, ну, по сторонам не просыпалось. Ну вы так не делаете, это не надо так делать. Сейчас опять, наверное, на отвал упадет. А не долетело. Вот людям заняться нечем, блядь. Собаками занимаются. Бродячими. Ну как бродячими? Тут какие-то местные, наверное. Лечат, ветклинику возят, представляете? Бабло тратят, вот это вот все. Время свое, топливо. Так бы, конечно, бы государство бы заботилось бы об людях, а не люди о собаках. Было бы вообще бы заебись. Нет, так может на меня упасть. Ну, вообще, по идее, я могу его так поджать и... Нифига себе, отвал не берет. Хотел отвалом поднять, не, у отвала силы не хватает его поднять. Да задрала ты щелкать, блядь, гусеница ебучая. Стопиздила уже. Плавно делаю, все он тянет. Единственное, что надо плавно. Грузить не надо гидравлику.
Вот, видите? Раз. И все, хоккей. Траки держатся пока что на болтах. Кто там говорил, они сейчас порвутся, да? Все порвет гусеницу, ну что-то нихуя не рвет. Вот так вот. Это писец, сколько сегодня выволок тех камней. Вот этот весь грунт, это сегодня. Я не знаю, сколько кубов. Просто даже не могу понять, сколько здесь кубов вытащено этого всего. Я хз. Не знаю, еще на один день, наверное, точно. Фу, бляха-муха. 5 часов сегодня ушло на это дело.